Всем привет! С вами уникальная мастерская. В данном видео мы будем делать обзор на гравировальную машину от торговой марки Техас Power Tools. Модель TI-01490. Инструмент вашей мечты. 3 года гарантии. Стоимость данной гравировальной машины 1100 гривен. Это по акции. Так, изначально я думал брать гравировальную машину от торговой марки DniproM, но у них слишком бедная комплектация. И кроме этого, у них дороже. Их гравер на 300 гривен. На 400 гривен дороже. Ну что ж, давайте пробежимся быстренько по характеристикам. Характеристики данного гравера у нас. Диаметр цанг миллиметры от 1,6 до 3,2. Количество оборотов хвостового хода от 8000 до 35000. Номинальная мощность 300 ватт. Диаметр резьбы на шпинделе 9 на 32. Артикулятор оборотов есть, плавного пуска, к сожалению, нет, и поддержки оборотов тоже нет. Подключается к сети 230 вольт. Длина гибкого вала 100 сантиметров, то есть 1 метр, и длина сетевого кабеля 2 метра. Кейс присутствует. Вес гравера 800 грамм. Так, дальше пробежимся по комплектации. Так. Откроем. Как мы видим, замочки здесь с металла, пластик. Мягкий, хороший, качественный. Так, вот у нас такая вот комплектация, друзья. Это у нас инструкция. И также здесь написаны города, у которых есть сервисные центры. Так. В моем городе нет, но это не страшно, так как есть данные для отправки по гарантии по новой почте. Все это бесплатно. Так, дальше у нас идет гарантийный талон. Вот такой вот. Вот накладная. Вот еще одна накладная. Так, дальше. Смотрим комплектацию. Так, гибкий вал. Есть одна штука. Цанги от 1,6 до 3,2 есть. Связаны внутри. Защитный экран. Один есть. Дальше. Параллельный упор. Вот и вот. Есть. Так, дальше у нас дополнительная рукоятка съемная. Есть она вот здесь. Такая вот. Дальше набор аксессуаров 126 штук. Есть. Инструкция есть. И гарантийный талон есть. И гравер есть. Так, что можно сказать? Данный кабель такой, не слишком дубовый и не слишком эластичный. Сам гравер легкий, хорошо держится в руке, очень хорошо. Вот здесь у нас прорезинено, здесь у нас тоже прорезинено. Здесь включать. Выключать. Здесь регулятор оборотов. Есть щелчок при максимуме. Здесь это у нас на
параллельный упор вот так вот идет. Он хорошо держит, ну, не толстый, хороший такой. Здесь у нас идет блокировка шпинделя для замены снастки. Такой вот гравер хороший. И надеюсь, что будет надежный. Так, дальше мы немножко сделаем, поэкспериментируем с ним, что и как, короче, как оно работает. Данный инструмент для меня это как бы первое. То есть у меня еще не было гравера. Что-нибудь да попробуем. Итак, сейчас распечатаем на вот такую вот, проволочку. Да, сетевой кабель у нас около 2 метров, может даже меньше. Так. Да, работает хорошо и довольно тихо. Так, перед тем как закручивать сюда какую-то насадку, надо выключить гравер, чтобы случайно не нажать вот на кнопку включения, так как, ну, всякое может быть. Так, давайте возьмем, ну, любую. Это просто для того, это даже не тестирование, как бы это обзор, то есть на то, что вы закажете. Вот такой вот, такая вот насадочка. Это у нас, ну, для шлифования. Вот у нас ключик, затягиваем. Так, затягиваем, ну, где-то выше среднего, так как я вчера пробовал и одну насадку вот такую вот потерял, к сожалению. Так, сейчас. Так, возьмем давайте вот такой вот. Вот она, ржавчина. Вот, видно. И сейчас попробуем ее. Так, я забыл, блин. Забыл здесь. Ой, надо вот так вот затянуть. Вот так вот. Вот так будет хорошо, друзья. Вот. Вот так вот. Вот так вот гравирует. Так. Вот так вот.
насадок здесь полно, очень разных. Еще надо время, чтобы разобраться со всеми насадками, что здесь есть. Ну, в принципе, то, что хотел, я вам показал. Данный гравер. Ну, в принципе, денег своих он, конечно, стоит. Так что денег он стоит. Ну а покупать вам его или нет, это уже, конечно, вам решать. Но я лично рекомендую данный гравер от компании Техас. 3 года гарантии. Это как бы, ну, хорошо. Итак, друзья, кому понравился данный видео обзор и небольшое тестирование. Ах да, еще давайте закрутим рукоятку дополнительную. Вот здесь идет на воздух. Вот так вот ставим. Ставим вот данную, ну, другую. Затягиваем. Так. Смотрим, чтобы аккуратненько все. Вот. И вот так вот что-то можно еще делать. Блин, затянуло. Вот так вот, друзья. Ну вот. Кому понравился данный гравер, можете его покупать смело. В описании под видео будет ссылка на него. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.